117 кандидатов зарегистрировались для участия в выборах в Совет депутатов городского округа Люберцы. Об этом журналистам сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Борис Новиков. Самому молодому кандидату в депутаты 22 года, самому старшему 69, 31 женщина и 86 мужчин, 6 партий, 10 самовыдвиженцев. С таким составом кандидатов 26 марта пройдут первые в истории выборы в Совет депутатов теперь уже городского округа Люберцы. На территории нашего городского округа образовано 136 избирательных участков, то есть 136 избирательных комиссий. 32 депутата мы избираем по мажоритарной избирательной системе, по 8 четырехмандатным избирательным округам, то есть избиратели вправе в бюллетене поставить 4 знака напротив фамилии кандидата. Как и раньше, во время процедуры выборов на участках будут дежурить наблюдатели. Нововведение – система обработки бюллетеней станет автоматической, а вот открепительные талоны отменят. В случае, если избиратель не может в день голосования прийти на свой участок, где он несен в списке избирателей, то в период с 15 марта по 25 марта он может прийти в помещение территориальной избирательной комиссии, здесь по адресу Октябрьский проспект 190, и будет организована процедура досрочного голосования. Период агитации уже начался. Нарушений в предвыборной деятельности кандидатов пока не обнаружено. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте администрации Люберецкого района, а также в территориальной избирательной комиссии по телефону 8-498-553-99-72. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.